Vay, boşle, anne sen gibi boşle. Ya. Jahon qani? Поры прошли шикарно. Что? Готовимся к чемпионату. Что там будет? Чемпионство. Конечно. Марзбор қана қотты. Немалан күткен едің, немала болды? Аргече ойнаңа өзіңе. Халиан Блимепта Каталиген. Привет. Очень тяжелый сбор. Закончили, слава богу. Теперь домой. Тот наш? А не, доктор. Бүгін проблем болмайды, құда қолыз. Сбил. Короче, и ответил, да? Все правильно, все верно. И дальше. Я знаю. Слушай, смеется, открывает, короче. Ух, он терпит. Коля бережет. Проведение м'яча білими на лівий фланг. Передача до штрафного майданчика і... Paxtakor jamoasining o'quv yig'i mashg'ulotlarimizdagi so'nggi uchrashuv o'z yakuniga yetdi. Dinamo Kiyev jamoasi 1-0 hisobda mag'lub etildi.
Киев ikkita tarkib bilan harakat qildi. Avvalgi yoshlar, keyin asosiy tarkibni tushirdi. Maksim Xatskiy qilsa kecha Dinamo Batumiga qarshi yoshlardan to'liq foydalangan uchun bugun asosiy tarkibni zaxiraga almashtirmagan holda 11 ta o'yinchi bilan 90 daqiqa o'ynadi. Shu tarkib bilan xorijdagi ikkinchi yig'inimiz o'z yakuniga yetdi va jamoamiz endi 25 fevral kuni bo'lib o'tadigan Qayrat bilan o'rtoqlik uchrashuviga tayyorgarlik ko'radi va undan keyin O'zbekiston Superligasi. Chempion. O'yin zo'r bo'ldi. Gol urdik, gapir. Gol urmadim. Yo'q, nikasha turib ketdi. Haqini emas, yozib oldim. Mayli, mayli. Yo'q, yaxshi zo'r bo'ldi. Biz uchun foydali. Foydali zo'r bo'ldi bo'layman. Yo'q, foydali zo'r bo'ldi. Duoga shu tugatdik. Hammaga foydali bo'ldi bo'layman. Sanmi deysa. Здорово отработали, но у нас еще два микро таких сбора будет, так что отдохните хорошо дома, все вместе хорошо, дай бог доберемся, с новыми силами, с новыми целями в наступный чемпионат. Молодцы, еще раз победа. Спасибо, Василий. Только Васильевич? Да, да. Только Васильевич. Дима. Молодец. Рахмат тебе большой. 3-4! Бахтакор! Ойн яхши болды. Сбордан кейин. Oxirgi kontrolni o'yin bo'ldi Antaliyadagi. Bollar zo'r odam. Nagrus mashg'ulotlari. Qiyin mashg'ulotlar bo'lishiga qaramasdan bollar o'zlarini ko'rsatib, zbor oxirini chiroyli yakunladik-da. G'alaba. Hammaning kayfiyati yaxshi. Travmalar bo'lmadi, xudo xolasa. Bo'ldi, endi iloji yo'q. Zborda baribir bo'ladi. Milton. Сложилось, все получилось. Выиграли, но не ставили мы какой-то глобальной задачи на сегодня победить либо отсюда, нет. Естественно, такого сильного соперника, как Динамо, всегда приятно выжить. А ждать такого соперника? Ну, конечно, в принципе, я как бы знаю, и молодежи очень много, которые в академии, с кем я еще работаю, поэтому я достаточно всех хорошо знаю. Ну, сам постоянно изменился, когда вы играли сейчас? Ну, когда я играл, понятно, это другой футбол. Сейчас, конечно, все по-другому. И вообще футбол уже изменился. Сейчас больше тактики, больше физических элементов. Сегодня без замены играли? Ну, мы потому что вчера провели целый матч с Динамо Батуми. Поэтому так и планировали. Два дня подряд у нас играли. Вот. Ну, слава богу, что ребята выдержали. Без замен, без футбол, без травм. Самое главное. 90 минут выдержали. Движемся дальше, уже летим домой, и я там уже готовлюсь. Сегодня сборы. Ну, это, естественно, проанализируем. Так, если по горячему, коротко, то выполнили всю программу, которую мы делали. В хорошем, скажем так, состоянии. Возвращаемся в Ташкент. Так как перенесли начало чемпионата, за нас еще Ташкент микроцикл. Вот, и два товарища матча. Приедем пару дней отдохнуть. Спасибо вам. Желаем удачи. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Ах, такой чемпион.